распаковка посылки с магазина мыла Опт. Делала я посылку 9 декабря. Сегодня 20 декабря, и посылка только приехала ко мне. То есть мне объяснили так долго, потому что большая загруженность сейчас в этом интернет-магазине. Значит, здесь у нас ароматизаторы разные. Все аккуратненько сложено. Здесь основа мыльная с маслом ши. Белая. И основа мыльная прозрачная. Такая вот, все по килограмму. Основа с мылом ши килограмм стоит 108,90, а прозрачная 109,99. Значит, формочка такая пластиковая в виде мышки. Все товары будут под видео, ссылки на них. Здесь разные красители: белый, фиолетовый, желтый, синий, зеленый. Тут, видимо, чего-то не было, прислали деньги, так, в пакетике. Формочка такая вот в виде кексика. А это я заказывала основу для маски, бальзама для волос. Здесь разные ароматизаторы. Merry Christmas. Ну, в общем, разные такие. И глиттер серебро. Перламутр. Вот как бы так.